Привет. О, народ-то сколько сразу. Йоу, и пуля здесь. И Тула здесь. Здорово. Вау, что все безработные, что ли? Доброе утро, Алина. А что такое было? Сердечко было? Тут все. На правильный завтрак слетели. Краснодар. Ну да. Так, ну чё, начнем. Я скоро с голоду сдохну. Не, овсянка. Самая нормальная овсянка. 15 минут. 20 уже дерьмо. Вообще не растворяется. О, Луганск, привет. Сегодня нет манку, ну так. Как звука нет? Что за... Почему звук? Звук есть. Походу надо все засыпать. Есть звук. Может, у вас на телефоне там надо чик-чик-чик сделать. Так. Завтрак полезный. Вот это вы не видели. Чтобы был завтрак полезный, этот момент нужно исключить из завтрака. И тогда он будет полезный. Дехаймер огонь. Кому чик-чик сделать? Так. Тихо, никакого сахара нет. Сейчас залью водой. На один момент. Вот они. Так, по-моему, лишний кто-то был. Эй, почему вчера не тренил? Да потому что. Почему? Мне не важно на самом деле. У меня, я и с сахаром-то калорийность не могу набрать. Уже похудел, блядь. Все никак это. Да, завтра в гордом одиночестве, к сожалению. Ну ладно. Эта тема меня уже достала, блядь. Одиночество. Так, что хотел? Что хотел? Яйца колотить надо. Так. Где ножичек? Гусева. Какое одиночество? Одинокое одиночество. Что это нормально? Одиночество нормально. Да, сегодня будем обязательно тренироваться. Хотя, да нет, буду по-любому. Сегодня, может, с машины там будут какие-то движения. Знаете, что это зависит? Мне кажется, это от названия трансляции зависит. Если какое-то интересное название трансляции пишешь, много народ заходит. Они его видят там в ленте. Я так промониторил. Я безработный. Безработный бизнесмен.
А что о нем рассказывать? В дневном рационе ничего нового. Грудка, рис. Сейчас покажу завтрак. Доброе утро. Я сейчас покажу все. Сейчас я процесс пошел. Сейчас расколочу яйца. Футболка. Да, обычная футболка. Да я по-разному ем. На самом деле сейчас херово ем. А вообще раз 6 минимум. Вот завтрак, овсянка с яйцами. Потом раза 3 надо съесть куриную грудку с рисом. Это минимум, что надо мне сделать. Ну, образно говоря, это может быть вместо... Вот. Все, расколотил 10 штук. Вот. Грудка не обязательно. Может быть, вместо грудки что-то другое. Как похудеть быстро можно? Отрубить что-нибудь лишнее очень быстро получится. Блять. Так. Отрезать. Да, желтки выкидываю, сейчас покажу. Желтков нисколько, все выкидываю. 10 белков. В смысле, почему? Чё почему без? А, потому что один белок. Я не знаю, я так привык, мне хватает. 10 белков, там грамм 40 белка. Мне хватает. Да и не в холестерине дело, просто не нравятся мне желтки в омлете. Вот, ну, то, что я сейчас буду делать. Я могу пожарить яичницу, там штук 5 яиц с желтками. Но что-то мне вот это больше нравится. Чтобы похудеть, надо больше кушать. Ну, правильно. Почему больше? Сообщение куда-то пришло. Кого-то. Чего? А, блять, это штрафы пришли. В смысле, не пришли. Это штрафы не пришли. Слава богу, нет штрафов. Так. Так, что там? Да, обмен веществ ускорять нужно. Надо правильно есть и много. Сейчас, секунду. Вот желтки, вот белки. Вот. Делается вот так. Оп. Выливается без всякого масла, без всего. А чтобы набрать мясо, тоже надо много есть. Вот. Включаем и вперед. Вот овсянка. Вот торт. Так. Куда желтки? Пошли, покажу. Сейчас. Куда желтки? В архив. Куда желтки? Вот сюда. Вот. Куда их еще? Так вот. Так мы расправляемся с желтками. Чья-то бабушка повесилась, наверное, да? Да, овсянку на воде делаю.
Омлет из трех яиц. Ну, это слабовато. На воде с сахаром овсянку кипятком заливаю и сахаром. И все. Мне сахар можно. Не, я на воде, на молоке не люблю. На воде только. Почему я крутой? Ты какой крутой? С чего вы взяли, что крутой? Как там Пуля говорил? Больше 110, да? Больше 110 ешь. Вот он, баночка. Блин, что-то я вздрещал. Вчера ничего не ел, кстати, вообще целый день. Задница полная. Омск. Привет, Омск. Так. Бля, побриться надо, опять зарос, как черт. Бицепс, как ваша попа? Блин, я даже не знаю, что сказать-то. Ну, поэтому, то ли сказать комплимент, то ли сказать, что маленькая попа. Я не считаю, что у меня бицепс большой. Привет из Питера, привет. Ебаный Питер, блядь. Всю жизнь я загадил. А, звук, не знаю. Ага, наверное, динамик закрыл, да, может быть. Че, вот. Странный омлет. Почему странный? Блять, обычный омлет из белков. Сейчас он. Да понятное дело, что кому что нравится, кто запекает, кто что делает. Я вот так делаю. Ну, кто-то просил там показать завтрак, я показал. А почему вредно-то будет 10 яиц? Вот с чего должно быть вредно? Вот, видите, чисто белки. Так, сейчас я это... Тарелочку все. В тарелочку. Один момент. Так. А, блин, еще чай надо сделать. Сейчас, секунду. Рецепт. Белки отделил от желтков и вывалил на сковородку. Весь рецепт. Да, сгорит за 2 часа. Даже быстрее сгорит. Нет, я не бодибилдер. Я дрищ. Лютый дрищ, блин. Так, чай. Чай, вода. Срать не будешь никогда. Сколько раз в день кушаю? Надо бы 6. Надо бы 6 кушать. Это вчера 2, блин. С половиной. Надо 6. Сегодня буду 6. По-любому. Пошли все в задницу. Буду 6. Надо 6 и все. Да, я шахматист. Шашки просто такие тяжелые. Руки накачались. Из какого города? Из Москвы.
тесака похож? Почему? Мне кажется, не похож на тесака вообще. Да, вот так подкачаться и хватит, да? Я у себя ВКонтакте поставил статус в активном поиске. Может, поможет? Мне 35. Водянов Иван. Так и найти. Там фотография в маске. Вот. А уже видно, кто транслирует, нет? Можете набрать в Яндексе просто Водянов Иван. Там на втором месте будет ссылка на... Ой, что я телефон схватил? На мою страницу ВК, на канал и на всю фигню. Хорошо сохранился? Да, 35 это только для мужчины начало. Начало жизни. Да, всю жизнь пытаюсь заниматься. Так, бля, плиту забываю постоянно выключать. Нет, какие сиси, я уже все сделал, все, сейчас завтрак, сиси следующий прием будем жарить. Так, что я хотел-то? Сиси будут следующий прием. Так, это опять сахар. Да, там, кстати, есть левая страница ВКонтакте, там вот такая фотография старая. Это фейк. Она заблокирована. Это, ну, в смысле, она не в общем доступе. У меня группа есть ВКонтакте. Почти там 9 тысяч с лишним человек. Да, короче, в Яндексе наберите и все. Какие девушки нравятся? Я не знаю. Главное, чтобы человек хороший был. Ой, что я тут... Началось. Так, чай. Накачанные девушки? О, смотря до какой степени. Да не факт, блин. Я не знаю, на самом деле, критерии. Разные. Я же говорю, у меня больше... Не внешность, наверное. Хотя внешность тоже. Это все ебала. Так, блин, матом ругаюсь опять. Очень, очень сильно матом ругаюсь. Как матом? Идиот! Блин, вот идиот, холодной воды налил вместо горячей. Лошара, блин. Чай сделал, блядь, на ледяной воде. Ледяной чай у меня. Ладно. Ледяной чай. Сейчас приду, секунду, ребят. Одну секунду. Так, блин, ложка где? Так, сюда поставлю. Не люблю есть, когда на меня смотрит много народу. Я так буду сбоку болтать. Ага, говорили. Да я что-то просрал. С водой. Да. Вот. Да меня там девочки отвлекли, наверное. Я что-то задумывался о том, какие мне девочки нравятся. Я отвлекся и налил холодной воды.
Спасибо. Так, блин, на самом деле завтрак заходит тяжело с утра. Ой-ой-ой. Ой, как тяжело. Чё, какие девочки? Они такие. Желтки смыл, да. Разные спортфиты. Фу, разные, точнее, эти, как его, фирмы спортфита. Но в основном Америка и Канада, ну, импортные, старые бренды все. Старые, проверенные временем, которые сейчас подделывают, наверное, больше всего. Завтракать надо, надо запихивать. Блин, не позавтракаешь, это беда. Да, завтракать обязательно. Optimum Universal BSN, да. Привет, привет, спасибо. Не позавтракаешь, не пожмешь. Сегодня надо будет плечи покачать. На самом деле я вчера тренировку пропустил, потому что я целый день ни хера не жрал. Я там полдня по делам катался. Там по всяким разным. По рабочим. А потом Хаммер смотрел. Вот. Пока этот Хаммер, бля, я еще после этого на нем столько катался там вчера. О, пипец. Там, короче, дорогу строилась новая. Я на нем там так выжимал все, что можно, блядь. Вот. Нормально. Хозяин жлоб, блядь, конченый. Просто жлоб. Я вообще в ахуе. Нет, еще не взял. Короче, я с ним на 950 договорился. Вот. Прицеп с бочкой. Да ладно, нормально. Он жрет так же, как и мой рендж, блядь. Одинаково. У меня рендж, наверное, больше жрет. Рендж жрет 22 литра. 21, 22. Ну вот. Этот жлоб, короче, сука. Ну ладно, 950. Разнылся, блядь. Ну я сабвуфер заберу. Я говорю, да забирай, блядь, это дерьмо, которое у тебя там хлепит. Засунь его себе в жопу. Вот. А там сабвуфер-то, блядь, пукалка какая-то. Я вон доеду до Руси, возьму какой-нибудь получше. Под провода все есть, прикреплю на время. Но потом загоню его Грише, да. Да, Сань, Гришка, надо загнать его. Надо посмотреть, чтобы Гришка посмотрел. Может, там голова хорошая. Может, просто там акустики накидает. Пару буферов поставит. Да откуда вы знаете, что как хомяки ломаются, блядь? Вот прям вот всю жизнь на хомяке проездили, блядь. Ни разу, небось, блядь, ближе 10 метров его не видели, нихуя. Не то, что там хомяки ломаются, блядь. И смотрю, блядь, одни ломаются, нахуй. Одни сломанные стоят, блядь, хомяки. И чего? Каждый день хомяк в сервисе стоит у вас, что ли, блядь? Мне тоже, блядь, байки про Range Rover там. Ой, ломается, подожди. Это самое. Заехал в сервис, блин. Все нормально. Диагностику сделали, сказали, блядь. Все это анекдоты. Конечно, смотря что покупать. Блядь, что там в американце может. Что там в Хаммере может сломаться? Вот чего именно? Там ломаться нехуй. ЗИЛ 130. Ой, ладно, я извиняюсь, меня что-то понесло. Блять, знаток, иди нахуй отсюда, ты заебал, блять, уже. Так, все, больше не ругайся, мать.
Здорово. Спасибо. Ну, наверное, распугал весь народ своим матершиной. Я не знаю, какая на Акуре или Акура там подвеска. Везде разная. Нет, не снимаю никаких реклам Спортпита. Обзорчик по хомяку, да вчера транслировал. Там вчера кто-то написал. Сколько там? 44 советчика. Угарно, да. Просто обгадить все могут. А что-нибудь реально хорошее сказать мало, от кого дождешься. Там трансляция, по-моему, висит. Да, Сань, прокатимся, ё-моё. Я вчера, блин, обкатался на нем. Хорошо, не хозяин приехал, его сын приехал. Вот, ну, вот этот чувачок, который вчера мне, парень, который меня катал. Мне кажется, мне повезло. Он просто как бы это, дал ключи, на, катайся сколько хочешь. Это обычно там хозяин приедет какой-нибудь, блядь, мудак. И даже, блядь, прокатиться-то не даст. Вот. А тут парнишка нормальный, мы с ним, блядь, покатались, помыли его, потом еще раз покатались, я уже там... А, вам прикол рассказать? Меня вчера приняли, блядь. После того, как мы разъехались, меня приняли. Вот. Приняли. Да я, короче, еду. Там какая-то дорога на Мичуринском. За дворами. Вот. Еду, еду. Мне хозяин этот звонит, я хотел с ним поболтать уже. Отвлекся, сижу там, не пойму, куда ехать вообще. Ну, я так-то знаю там весь район. Ну, думаю, выйду на Мичуринский, там до МКАДа поеду нормально. Бля. Короче, с телефоном, хер знает пойми как, дорога тупиковая. И поворот налево. Я просрал, что там бульвар, что надо повернуть направо, как бы, и поехать по односторонней. Я этот поворот проезжаю. И следующий, это следующий навстречу мне односторонний. Я туда, там какие-то дворы непонятные, детский сад. Я думаю, вообще это дворы какие-то, какой там в жопу бульвар. Потом только увидел. И навстречу мне едут эти ППСники, блядь. Не гаишники, а ППСники. Ну и, короче, перекрыли все. Забрали документы, блядь. Злые попались, вообще жесть. Я говорю, слушай, давай это пару билетов дам в кино, и все, нормально. Нихера вообще, блядь. Разворачивайся, стой, вызываем, короче, гаишников туда-сюда, блядь, забрали. Уже минут 20 сидел. Потом приходит пиздюк, отчитал меня, блядь. И мне так хотелось ему сказать, сынок. Ему там лет, блядь, ну просто вот, я не знаю. У меня дочки, наверное, почти ровесница, блядь. Года на 4 постарше моей дочери, наверное, на 5. Так хотелось ему сказать, сынок, спасибо тебе, что ты понял. Ну, пиздец, короче, у меня там... Они самореализовывались, блядь, надо мной, суки, вчера забрали документы и самореализовывались, твари, блядь. Реально первый раз так лоханулся, блядь, вообще. На встречку заехал, идиот, блин. Так вот. На имя еще обыскали. Багажник открываю, там банки. Со спортпитом. Они такие, а, ну все понятно, блядь. Нет, почему девушки виноваты? Хозяин Хаммера виноват. Я с ним по телефону, блядь, начал разговаривать и не туда уехал. Ну да, вернули. Да не, ничего даже не башлял, вернули, но просто мозги сделали конкретно.
Сейчас на самом деле жду сообщения от покупателя Range Rover. Да не лезет ни хрена. 950 договорились. Телефон вообще огонь, просто бомба. Единственное, что он поднапрягает закругленный экран. Иногда, ну не иногда, это постоянно эти кнопки нажимаются, те, которые не надо. На клавиатуре там везде. Но, блин, привыкнуть можно. Телефон просто бомба. Картинка вообще огонь. Вот вон, сани транслировали позавчера, блядь, аж. С ума сойти, какая картинка. Вот белки остались. Я буду белки теперь есть. Овсянку. Овсянку, теперь яичные белки. Мужик. Да, вроде мужик. Не девочка. Сорок два человека бездельников. И я еще один, 43-й. Если девочка, то страшная была бы. Ну ты, Сань, меня обласкал. Ха-ха. Может быть, если бы я был девочкой, я был бы, может быть, самой красивой девочкой. Но родители меня сделали мальчиком. Вот. Фигура. Какой бицепс? Левый. Это левый бицепс. Вот. Видели? Надо вот так посидеть. О, типа я в майке точно. Может, так больше девчонок будет писать. Ну, конечно, пора уже вмочить в пролиги. Я же говорю, осталось только это наладить кое-какие дела и мочить. На самом деле дерьмово, когда нет человека рядом. Поддержки, блядь, дерьмово. Сука, ничего не хочется делать. Ни жрать, ни качаться. Я понимаю, что я раскисшее говно и прочее. Да, но, сука, хочется засыпать, обнимая человека любимого. О, Иван ест. Да, Иван пытается позавтракать, блин. И еще этот левый бицепс. Левым бицепсом хвастается. Блядь. Качество, кстати, да, хорошее. Ух, блядь, смотрите, какое качество. Ебать, я сам даже не видел. По 150 миллиграмм Q10. Пью. По 150 миллиграмм. Lightweight. Lightweight.
Да ладно, слюни текут, блин, от этих белков у меня рвотный рефлекс, а не слюни. Чего? Что-то там Саня подключился, что ли, в трансляцию. Витамины в капсулах омегу, я думаю, можно заменить льняным маслом. Нормально. Да ты это самое, что-то там, по-моему, трансляцию аж включил. Нет, у меня что-то написало, что ты там транслируешь. Сань, все, кому ты кидаешь эту самую, народ, они, наверное, все у меня есть. Все уже получили приглашение. Почему трицепс больше плеча-то? С чего вы взяли? Это может быть просто он к камере ближе. На самом деле ни хрена, но не больше. Какой вес? Не знаю, какой вес, не взвешивался давно. Настроение так себе. Настроение так себе. Спасибо за завтра. Пока. Вам спасибо. Да, Саня. Что у медийных личностей нет чувства одиночества? По-моему, оно у них, наверное, более обостренное. Знаете, я заметил такую особенность. У меня такое впечатление, что чем больше человек популярен, тем более он, наверное, одинок. Потому что всех столько вокруг много, а в личной жизни, кажется, это дерьмо полное. Вот. Это стопроцентно. Я, конечно, не настолько популярен там на такие-то, но все равно там какие-то, да, те же там подписчики там, ну, грубо говоря, десятки тысяч, да, они там не миллионы, блядь. Хотя бы тысячи, там десятки тысяч людей знают каких-то и то в наших узких кругах, да. Но от этого личная жизнь лучше не становится. Да у меня, наверное, какая-то ебала пошла. Полоса такая. После, наверное, того, как жену похоронил, пошла ебала. Все через жопу. Ни там не склеилось, ни там не склеилось, нихуя ничего нигде не склеилось. Вот. Ты узнавал, Сань? Кто далеко живут? Да, я извиняюсь, это жены полгода назад, ну, в октябре. В октябре. Да будет, все будет. Абсолютка на России.
Салютки на России больше не будет. Салютки на России больше не будет. Я там выступать больше не буду. Вот абсолютка на Арнольде, да. Было бы неплохо. Да, все, закрываю тему, ё-моё, хорош ныть. Только про карта. О, Катька пришла. Так, чё? Сейчас наведет порядки здесь. Да, мне тут, кстати, написали. Это не надо воспринимать это как одиночество. Надо воспринимать это как свободу. Кстати, хорошие слова, да? Это не одиночество, это свобода. А, еще это. А, или как это? Это отпуск от семейных скандалов и всклок всяких. Одиночество – это отпуск от семейных скандалов. Блядь. Ну так, если подумать, то она на самом деле так. Но мы же не можем без... без них, блядь, пизду. Короче, все хорош. Пойдем курить. Может, я тоже познаю вкус свободы. Кать, в боулинге я себя разорвал бицепс бедра так, что, блядь, у меня вся нога почернела. Бильярд я тоже не люблю. Сань. О, Кать, отпусти Саню. Отпустишь Саньку со мной? В этот, как его? В одно место, короче. А? Не скажу. Ты скажи сначала, что отпустишь, а потом это. Скажу, куда. Да нет, близко. Недалеко вообще. Да. Ну ты сначала обещай, что отпустишь его, а потом. А, так нечестно, да. Ты скажи, что ты не против, а потом я скажу. Сань, короче, нас с тобой отпустили. Я уже договорился. Вот. Жена тоже. Но она вроде сказала, что не против уже, все, я договорился. Короче, мы с тобой идем в шпильку. Да и давно, и жизненная ситуация. Тебя потом домой не пустят, да, после шпильки. Блин, ну сука, надо куда-то сходить. Я вообще всю жизнь, блин, никуда не ходил. Да нет, не шпили-вили, а в шпильку. Стриптиз, клуб. Шпильку. Блин. Блин, надо побриться. Ладно, Катя, я пошутил, я один пойду. А кто-нибудь был в шпильке, кстати? В Распутин надо? А где Распутин? А что там в шпильке, кстати? Я, честно, я вообще, блядь, в клубы не ходил с детства. Наверное, в 15 лет, в 16 бил. Был в последний раз в каком-то
Искать вообще никогда никуда не ходил. Меня надо куда-то вытащить, наверное. Правда, я не бухаю, вообще не пью. Но хер его знает. Сиськами трясут. А что там есть сиськами даже, да, в шпильке? Можно трогать даже. На съемку взять меня, на какую? Где ты голых фотографируешь, что ли? Или что? То же самое. Блин. Да нет, там нихера неинтересно будет. Надо в шпильку точно сходить. Да, тебе еще и платят. Трансляция из шпильки? Нет, оттуда не будет. Из шпильки точно не будет. В Ясенево есть шпилька, я знаю. На Чертановской у нас рядом есть шпилька. Я с Саней Масловым ничего не открываю с Саней Масловым. Чё? Откуда такая информация? У Сани свой там магазин, я не знаю, что он там. Он переехал в большое помещение и все. Выкиньте это из головы. Такой информации вообще откуда вы выдумали ее? С Саней мы общаемся, я помогаю ему в подготовке к соревнованиям. Ну, буду откровенным, готовлю его к соревнованиям на весну следующего года. Это, наверное, единственный человек, которого я буду вести к соревнованиям. 11-летних девочек, вы что, блин, педофилы меня, что ли, записать хотите? Что за бред? Хаммер, хаммер огонь. Ну да, вот это вот точно надо забанить. Ну массаж в девочке, в смысле, какой массаж? Да курю я, курю. Почему после шпильки никакой? Что там такое с вами сделали? Блять, динамик точно закрыл. Рассмеши тебя. Ха-ха! Улетел, блядь, смешно, ебаный в рот. Но я на самом деле не пью, меня напоить невозможно. Я вообще не пью, поэтому это бесполезно. Что решил насчет хаммера? Брать надо, что решил. Сейчас жду, пока у меня рэндж заберут. На самом деле, ждем, пока ячейки в банке откроются. Сегодня или завтра, и все. Вперед. Буду забирать хаммеры. Почему завидуете моим соседям? Чё завидовать-то им? Да нормально будет на дорогах, ё-моё. Я по этому поводу вообще не парюсь. О, кстати, блядь, да, точно. Да маневрировать нормально. Кстати, блядь, я что-то тупанул про таблички, про вины.
Но все надо посмотреть, а то, блядь, точно. Да что-то вчера на эмоциях, блядь, не посмотрел. Надо будет глянуть. А то, блядь, возьмешь еще его, это самое, хер на учет поставишь. Не, он не угнанный, его пробивали вчера, мне помогли там. Вот, не угнанный. Все хозяев там, все на нем. Вот. У тебя лайки цвета шоколада. Или грима. Ой, батарейка садится. Так, надо зарядку, блин, надо. Сейчас зарядку. ВК. Ну, если по поводу смотря чего, ВК отвечаю, если адекватный вопрос. Либо, не знаю, ну, как по делу что-то. Если там вопрос, как накачать бицепс, то не отвечаю. Здравствуйте, здравствуйте. Почему давно нет роликов? Блять, потому что что-то все как-то некогда было. Ну, Хаммер. Почему Хомка? Не знаю, потому что хомяком называют многие. По тренировке я не... Блядь, мне это бесит, эти вопросы по тренировке. Кто-то звонил. Потом перезвоню. Надо, наверное, уже отключаться. И на работу выдвинуться, посмотреть, что там. Кстати, удобная штука. Раньше звонок, когда приходил, у меня вырубало телефон. А сейчас ни хера не это самое, не вырубает. Какие билеты купить? О, кто это? О, Лена. Что за билеты? Да? Эх. Краснодар. Да, блять, я не знаю, мне что-то вообще. А, ну да, точно в Краснодар. Надо в Краснодар. Ха, надо денег на карту кинуть, я забыл, блин. Меня Славик ждет в субботу. Да. Спасибо. Билеты в Краснодар. Совсем забыл. Сейчас поеду, доеду до работы. Там банкомат есть, закину денег и надо билет купить. Тепло там у вас уже, да? Да, Лена хорошая, напомнил. Молодец, спасибо, Лен. Я что-то на самом деле забыл. Забываю постоянно. Кем работаешь? Сань, как это, ты запомнил, как это сказал? Кем работаю? Безработный бизнесмен. Вот. Так, ладно, народ, это самое, я... Хорош уже трындеть, надо собираться. Безработный бизнесмен на Хаммере. Еще пока не на Хаммере. Я, кстати, сейчас Женьке позвоню. Надо с ним поболтать. У него был Хаммер. Надо с ним поболтать, чтобы он что-то мне там подсказал, может, что, какие подвохи. Почти не считается. Ну ладно, народ. Может, еще куриную грудку пожарим. А может, еще и покачаемся сегодня. Так что
Надо качаться. Все, ладно, давайте, на связи.